Как хочет. Пока, прощаюсь. Что тебе нужно от скромного торга? Пожалуйста, не спеши. Последнее время здесь стало гораздо живее благодаря тебе. Ты подарила человечеству шанс, и за это у меня есть для тебя подарок. Эта безделица увеличит твою мощь и сделает тебя еще более грозной силой. Собралась хорошенько их помучить, да? Вот уж не думал, что это возможно. Вот уж не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. О-о-о! Что за дивный хаос ты обрушишь? Ну, это одно из лучших. Это одно из лучших моих. О-о-о! Что за дивный хаос ты? Это одно из лучших. Вот уж не думал, что это. Вот уж не думал, что это возможно. Это одно из лучших моих творений. Любопытно. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать.
Вот уж не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Любопытно. Слива. Что тебе нужно? Удача, ярость. Что тебе нужно, Отскром? Пожалуйста, не спеши. Oh!
Как бы использовать ее, чтобы добраться до того кристалла? Любопытно. Эти залы словно... Они очень старые. И уж точно созданы не раем и не адом. Быть может, это дело первого дела. Возможно. Я умна, госпожа. Но даже я не знаю всего. Особенно, когда речь заходит о разумном деле. Let's go.
Собой, как хочешь. Пока, прощай. Сразу три мяча, да? Похоже, что да. Всегда всего по три, да? Что-что? Три ключа, три камня, три мяча. Предсказуемо, а? Ты с ума сошла? Нет. Просто терпеть не могу, когда Создатель ленится. Thank you.
Скелеты? Со скелетами никакого веселья. Thank you.
Thank you.
Двигает огромными руками так, что получается огромный мост к выходу отсюда. Думаешь, нам точно сюда? Я просто обрадовалась. Не обязательно сразу грубить. Нет, обязательно. Госпожа, тише, слышишь? Это не то, что мы ищем. Пойдем же дальше. Погоди, Творец. Ты ничего ему не должна. Знаю. Хочу, чтобы он был должен мне. Тихо, дитя, тихо. Я могу отвести тебя к другим таким же, как ты, к людям. Все будет хорошо. Элфа!
Привет. Это позабавит нас как хочешь, не с как хочешь. Пока прощаюсь. Это определенно не дети. Этому отродью не по нраву, что мы здесь.
Ну и что же у нас тут за скопидом? Госпожа, твой талисман. Осторожнее. Привет. Это как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Забавит нас обоих. Как хочешь. Людям немногое удавалось.
Но вот в искусстве они были хороши. Что? По правде, мне кажется, это одна из причин, по которой ангелы так им завидовали. Ты хоть раз видела, чтобы кто-то из пташек рисовал? Ты говоришь об искусстве. Сейчас. Здесь. Это музей. Разумеется, наше задание в силе. Я просто хотела сказать... Некоторые совершенно не умеют ценить истинную роскошь этого мира. Алчность. Ярость. Добро пожаловать в мою сокровищницу. К несчастью, вход платный. Плата — твоя жизнь. Забери ее, тварь, если посмеешь. Твой славный конец, моя главная награда! Кому нужен музей, когда можно носить коллекцию вот здесь? Ох, мещанство. Что тебе?
Это позабавь как хочешь. Назад. Ставь их крик. Часть всадник. Что тебе нужно? Это как хочешь. Пока прощаюсь.